А сейчас о событиях в мире. Иракская армия объявила о начале операции по освобождению от боевиков ТИГИЛ города Рава на западе провинции Анбар, последнего оплота террористской организации на территории страны. Ранее армейские подразделения совместно с силами ополчения Хашд-аш-Шааби взяли под контроль административный округ Эль-Каим, расположенный рядом с Равой. Оба города находятся недалеко от границы с Сирией. По оценкам международной коалиции во главе с США, террористы потеряли 95% территории, которые они контролировали в Сирии и Ираке. Американские военные эксперты рассчитывают, что халифат ТИГИЛ перестанет существовать до конца этого года.